В одном из дворов Красноярска на улице Тельмана работает удивительный дворник Людмила Константиновна Ромашова. Это позитивный и очень энергичный человек, который по-настоящему любит свою работу. Людмила Константиновна работает дворником уже более 20 лет, ежедневно спасая двор от листьев, снега и пыли. Чистота во дворе – обязательное условие хорошего настроения для нее. Дворником я довольна, вот Людмила Константиновна, я ее хвалю каждый день. Добросовестный, порядочный человек. Дома убираются качественно, своевременно. Бывают там какие-то моменты, устраняет человек просто мгновенно. Каждое утро для нее начинается с чашки кофе и выхода на любимую работу. Быстро размяться во дворе с метлой, растяжка на лестницах подъездов, пробежка от одного двора в другой. И я люблю движение. И вы знаете, вот встаешь... Попил кофейка, движение хочется. Поэтому вот эта работа, улица, свежий воздух, она мне нравится. Именно с такой спортивной точки зрения Людмила Константиновна рассматривает свой ежедневный, тяжелый и зачастую неблагодарный труд. Правда, с этим ей повезло. За позитивный характер и очень ответственное отношение к работе Людмилу любят и уважают все жильцы, а начальство только хвалит. И хвалят, и как-то подсказывают, но я адекватно отношусь. Ладно, говорю, хорошо, усмотрим. Ну, плохого ничего, ничего. Людмила скромно отмечает, что в работе ей помогает сын Евгений, который выполняет тяжелую физическую работу. По желанию, мы сами так хотим, чтобы было красиво и чисто. Недавно на работу Людмилы Константиновны в управляющую компанию пришло рукописное письмо. Сейчас это такая редкость, что читали все вместе. Оказалось, что жители домов на улице Тельмана так восхищены ее работой, что написали официальную благодарность руководству. Под письмом подписи жильцов из 10 квартир. И мои окна выходят во двор. Поэтому я всегда смотрю, как работает очень даже Людмила. Очень хорошо работает. Всегда вовремя, всегда это... Работа очень даже кропотливая, листья и все такое прочее. Справляются они отлично и с душой, и все такое прочее. Мы им благодарны. У нас двор всегда чистый. Письмо стало поводом для встречи с Людмилой Константиновной. Жильцы и сотрудники управляющей компании поблагодарили ответственного дворника лично, подарив ей грамоту и теплый плед. Конечно, главным подарком для скромной женщины стало внимание к ее работе и добрые отношения жильцов. Жители вашего дома, вот этого дома, который вы обслуживаете, обратились к нам с письмом. Причем письмо написано, вот я вижу, что оно не то, что напечатано там кем-то казенное, а от души, чтобы поблагодарить вас, потому что вы молодец, вы хорошо делаете свою работу. Вот такая вот обратная связь от жителей, это вот очень ценно. Не когда там казенное что-то, а вот от души. И поэтому вот мы решили вам вручить грамоту и ну, поблагодарить, насколько мы можем от нашей организации. Это вот этот ежедневный кропотливый труд, вот, который он вроде и неблагодарный, вроде его и не видно. Но когда его нет, без него плохо. А вы молодец, что делаете очень хорошо. Спасибо вам большое. Молодец. Спасибо. Поздравляю вас.